В первую очередь сотрудники полиции вместе с представителями иммиграционной службы проверили районы ИЖС и объехали все стройки округа. В результате выявили 17 фактов работы без патентов, а также 4 иностранцев с истекшим сроком регистрации. Судебные решения в отношении двух были о выдворении. Эти решения исполнены, граждане выдворены за пределы Российской Федерации. За все эти нарушения предусмотрена административная ответственность. Для иностранных граждан штраф от 2 до 5 тысяч рублей или же депортация. А вот для работодателей суммы штрафов исчисляются сотнями тысяч рублей. Также за время операции полицейские обнаружили 4 случая эффективной регистрации. А за это нарушение с января текущего года уже предусмотрена уголовная ответственность. Фигурантами этих уголовных дел становятся граждане ближе к пенсионному возрасту, которые считают, что таким способом можно заработать себе на жизнь. Но даже легально работающие иностранцы тоже могут попасть в поле зрения сотрудников УФМС, если трудятся в недопустимой сфере, например, в торговле. В рамках операции таких выявлено 2 гражданина Азербайджана, осуществляющих трудовую деятельность, то есть реализацию товара на территории округа. Операция «Нелегал» завершилась, но на этом проверки не закончатся. Строительный сезон только начался. К слову, за 4 месяца 2015 года на 47% увеличилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. В основном это кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.